Музей мужества – это современный мультимедийный интерактивный проект. Главная его цель – сохранение исторической памяти, воспитание уважения к подвигу людей героических профессий, а также формирование представления у подрастающего поколения о подвиге, мужестве, долге и чести. Познакомиться с проектом на территории Тринити-парка представилась возможность студентам Щелковского колледжа. Основная задача – это вот такая мобильность. Мы привозим экраны, мы привозим 5 тематических циклов, рассказывающих о современном языке, мультимедийных циклов, об истории и героях России. Киноциклы, представленные в рамках проекта, расскажут о выдающихся деятелях науки, исследователях космоса, защитниках Отечества, а также первооткрывателях и путешественниках. Помощь в проведении мероприятия оказало местное отделение Общероссийской организации «Офицеры России» и Общероссийского движения «Сильная Россия». Очень важно, чтобы наши дети, молодежь и где-то даже и люди моего поколения, чтобы помнили историю, вспоминали ее заново и, может быть, узнавали то, чего не знают. Мне все очень понравилось. Я считаю, для общества это необходимо все знать. В рамках проекта предусмотрен лекторий. Его гостем стал герой России, полковник полиции Александр Головашкин. Он ответил ребятам на все интересующие их вопросы и рассказал о специфике своей работы. Также на мероприятии можно было ознакомиться с картинами исторической тематики заслуженного художника России Василия Нестеренко. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.